хоть выглядишь теперь прилично. Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Говорил, что ты лучше всех. До сих пор. Лучше всех? Сколько же за это пришлось заплатить? Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уайланд видел Грейсона где-то рядом с портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала мальстрёмовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда, на главный склад. Бести, откуда ты можешь знать, где у Мальстрёма тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина Д3, внешняя база данных. Не знал, что ты работала на Мальстрём. Я работаю на всех, только на своих условиях. А я многое пропустил за эти 50 лет. Ладно, готов? Давай начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея. Прикрывай её на всякий случай. Иди за мной. Я разозлилась.
Сука! Вот это я одобряю! Сейчас ты за это ответишь! Слушай, это было круто! Тебя чуть не поймали. Не вылезай. Слишком мало тебя дыр! Работают камеры. Не подставляйся. Что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Вот и он. Эбуники. Выглядит не очень. Внутри будет еще хуже. Идем. Видишь камеры? Все равно я тебя найду! Что Смешер устроил тут логово. А ты думал, он повесит плакат? Нужно обыскать палубу. Окей. Зачем ты вообще согласилась?
хочу свести счеты. Отомстить за Джонни? Хочешь поиграть? За мной! Да ладно! Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смэш? Знаешь, я могу раздавить тебе череп, как яйцо. Так, чтоб ты еще мог говорить какое-то время. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Где сейчас Смэшер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в хер не сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смэшера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь, он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги лично. Бесполезный кусок говна. Позволь мне закончить, Ви. Эй, слушай, а чем тебе так интересен Смэшер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанат? Смэшер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смэшер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе
просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом. Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай его. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Джонни думает не только о том, чтобы отомстить. Да? А о чем же он еще думает? О тебе. Ему важно, чтобы вы сделали это вместе. А, пытаешься меня подбодрить? Бесполезно. Смешер... Блять! Заткнись! Смешер тут ни при чем! Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Так, мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель. Я, кажется, знаю, что это. Ну-ка, что тут? Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись. Даже разрешу тебе вести. Рычит, как тигрица. О, да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бренную жопу. Не думал, что у вас с бестией все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда.
все хуже, чем я думал. Приехали. Это должно быть где-то здесь. Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Ну, меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в Микоши. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы ты реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Человек, который спас меня. Ви, ты не представляешь, как я хочу, чтобы так и было. Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Нет, Джо. Ну ты как? Ты готов? Это проебал. Меня ты тоже обманывал и использовал. Как тебе доверять? Да. То есть второго шанса мне уже не видать? Ты от меня хочешь? Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. По крайней мере, мне так казалось раньше. Ладно, окей. Но это будет твой последний второй шанс. Я не настолько наивен. Я буду очень стараться. Джонни Сильверхенд. Непокорный рокер, который не сдался. Ви, первый среди неудачников. Жаль, мы не поговорили об этом с самого начала. Было бы легче. Да я все никак не мог выкрыть время. Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил, и жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго.
Думаю, с бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты и прав. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей. Спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да. Я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою.